Приветствую, дорогие друзья, с вами вновь я, Frostfire, и мы продолжаем проходить Фрэнбоу. Итак, в прошлый раз мы попали в некий дом, я хотел сказать особняк, но это, ну, как бы это не совсем особняк. Воу-воу-воу, а ты кто такой? Что, снова, что ж, он открыл окно, благодарю, но кто он? А зачем? Ладно, в общем, да, в прошлый раз мы попали в этот дом, где есть сестры-близняшки... мутанты, которые с двумя головами разделяют одно общее тело? Я не знаю. В общем, честно говоря... Ой. А, я могу выбраться наружу. Окей. Вот, нам они, короче, дали какой-то... Я не знаю, какой-то рецепт по... Типа разделению их или что-то в этом роде. Призы старого потерянного тела. Вот, да. И нам, соответственно, нужно теперь собрать сердце лягушки, голова юной девственницы, шерсть и кровь черного кота. У меня опять громкий звук в игре очень. Шерсть и кровь юного кота, да. Ой, черного кота, господи, почему юного? Пентаграммы из пепла сделать и обгоревшее тело лисы. Не знаю, ладно. В общем, я так понимаю, нам нужно будет сейчас это все собирать. Ржавый старый велосипед посреди острова. Не думаю, что я далеко на нем уеду, да. Тут жаба есть. Эй, ты! Да? Кто говорит? Я жаба! Я должен тебе кое-что сказать. Что такое? Да, что такое? Ты в большой опасности. Не доверяй тем девочкам. Ква! Почему вы это говорите? Послушай, девочка, я знаю, что могу уплыть отсюда, но они мне не позволяют, ква. Каждый раз, как я пытаюсь выбраться, я возвращаюсь. Этот дом будто огромный магнит, ква. Магнит для жаб и котов. Они любят нас, но не так просто. А чтобы использовать нас, не доверяй им. Это ужасно. Это ужасно, вот почему мой котик здесь. Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно, ква? Как вы узнали? Ты видела мертвую девочку в одной из комнат. Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом, ква. Она пыталась и сделала все правильно. Неправильно. Ква. Ква. Я что-нибудь придумаю, окей? Боже, мне нужно что-то придумать. Я не очень умный, но на твоем месте я бы подошел к делу творчески, ква. Творчески, я сделаю все возможное. И, девочка, прошу, спаси нас. Я очень хочу выбраться отсюда. Да, отлично. Пока. Окей. О, доска, длинная доска, и я могла бы с ней что-нибудь сделать. Окей, окей. Большой-пребольшой камень, оставлю его здесь. Не, возьми с собой. А, ладно. Так, а, стоп. Нет, не то. Вот. Я хочу проверить, есть ли тут что-нибудь... Опять призрак. Скептика нужна. Правда. Что? Моя сестра пыталась. Что? Мне страшно, ты поможешь мне. В моей голове сидит монстр. Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала. Окей. Скептикам нужна правда на бумаге. Скептикам? Некоторые люди верят всему, что написано. Ну окей. Стоп. Ай, блин, фак, я оказался внизу. Ну ладно, окей. А если я вот так вот использую... Не, ничего не изменится. О, ну блин. Ну и ладно. Вижу, тебе здесь удобно, малыш. Ты кажешься свежим, ты все еще жив? Ничего себе. Окей, а я могу, например, перекинуть доску через вот эту... Через... Ну она говорит, что ей мост нужен, типа... использовать? О, отлично, нормально. Так, давай, иди сюда. Я не могу это поднять, слишком тяжело для меня. Мы можем обрезать. Наверное. Я уже сейчас не помню, что у меня в инвентаре-то есть.
Я срезала веревку, чудесно. Так, я могу забрать обратно доску, нет? Не надо это. Так, ладно, спускаемся тогда. Окей, так, мы спрыгнули вниз. И подбираем вот эту бутылку тогда. Эй, алло! Стопэ! Окей. А, жжется, почему? Здесь нет огня. Не могу дотронуться до бутылки, очень жжется. Пинцет, может быть. О, нормально. Ох, я достал бумагу, так здорово. Так, и что это? Раскрытие истинной души. Мир скрывает от вас правду. Проведите свою душу сквозь жизнь, и вы осознаете цель этого поступка. Если вы пытаетесь испортить эту сущность, ваша душа будет скрыта и никогда не увидит лицо истины. Чтобы уничтожить нечистую душу и дать свободу тем, кто в ловушке, вам понадобится кровь исполнителя ритуала, 5 черных свечей, пентаграмма из пепла, распустившаяся синяя лунная роза, соль и перец, волос человека, которого вы хотите заколдовать. Пеплом нарисуйте пентаграмму на черно-белом квадрате. В каждой верхушке пентаграммы разместите зажженную черную свечу. Наполните котел водой и положите в него другие элементы. Вскипятите, вылейте из того... Вылейте на того человека, которого хотите заколдовать. И, ходя вокруг пентаграммы, повторяйте эти слова. О, боже мой, я не буду опять повторять слова призыва какого-то там демона очищения души. А, ну, ладно. Бондеиркран, Иоирбегма, Оибуре, Нам Ибуре, Иргбонде, Ирэкран, Оирбегман, Хофме, Мондиме Гофмя, Ибуре эг итоус, ирнемие бомег, бу и бурем исне. О! Ладно, еще больше магии, чтобы уничтожить зло. Хорошо. А я что-то вспомнил, что там была печатная машинка, может быть, с ней что-то связано? И, кстати, почему перечеркнуты некоторые пункты? Непонятно. Вот, печатная машинка. Использовать... Я могу бы написать на этом рецепте, но мне нужен... Что? Еще раз. Я могу бы написать на этом рецепте, но он мне нужен как есть. Окей, может быть, на этом рецепте? Окей. Волосы с головы. Так еще напечатано. Не это самое. Так, окей, что мне делать? Пока ничего. Окей, нам нужно насобирать, значит, все, что тут... А, нет, стоп, какой... Не надо использовать, стоп. Изучить, вот. Нам нужно кровь исполнителя ритуала. Ну, это типа моя кровь, я так понимаю. Ну, это ладно, это легко. 5 черных свечей у нас есть, пентаграмма из пепла. Пепел у нас тоже есть. Распустившаяся синяя лунная роза. Это я не знаю, где достать... Соль и перец у нас есть, волос человек, которого вы хотите заколдовать. Окей, то есть мне нужно найти их и взять у них волос, я так полагаю. А где они? О, опять призрак. Зеркало, но почему в нем нет моего отражения? Не знаю. Так, а где мне их найти теперь? Где они вообще? Эти... Сестры. Ах, эти девочки, они заперли чердак, но как? Действительно, как? А, во! Френ, вот вещи, которые тебе понадобятся. Ты изучила ритуал? Да, но нужно больше времени, я не могу запомнить всех слов. Что ж, выучи их быстрее. Дай нам знать, когда будешь готова. А, мне нужен ваш волос. Ладно, а, о, окей. Пс, девочка, думаю, тебе нужно помочь избавиться от мешка, я помогу. Но он может понадобиться. П-
поверь, нет, если мы хотим выбраться, этот мешок должен исчезнуть, ква. Я заберу его, ты меня не видела, пока, ква. Окей, окей. Так, добрая лягушка помогает нам во всем. Что мне еще нужно? Мистер Полночь, эти девочки, они забрали моего котика. Так, окей. Здесь, наверное... А, ну здесь мы будем... А, мне котел еще нужен. Во-во-во, точно. Вот он, как раз. Во, нормально. Котел... его нужно наполнить в... А, о! Кстати, о, я что-то совсем забыл. Вот черно-белая плитка. Нам же как раз что-то там нужно было сделать. Пепла нарисуйте пентаграмму на черно-белом квадрате. Во. В каждой верхушке пентаграммы разместить зажженную черную свечу. Наполните котел водой и положить в него другие ингредиенты. Окей. Раз уж я сюда пришел. Использовать. Фу, неплохо. Ничего себе, вышло отлично. Хорошая работа, Френ. Свечки использовать. Так, одну свечку сюда, другие туда. Спички. Использовать предмет спички с... Во. Красивый огонь, свечи зажжены. Хорошо, так, теперь... Котел. Даже какой-то чан. Если я пойму кран, возможно, пойдет вода. Действительно. Так. О, нормально. Так. Объединить. Нет, вода должна кипеть. А, точно. Так, сейчас. Ладно, тогда нужно волосы их раздобыть. Во. Мы ждем тебя, Френ. Использовать. Послушайте, леди, кое-чего не хватает, я не нашла в мешке ваших волос. Волосы, говоришь? Они не нужны, мы знаем. Сами посмотрите, здесь так написано в рецепте. Действительно, как мы могли это упустить? Хорошо. Вот, теперь готовься. Окей. Она так... Прям так улыбается хитро. Я дам вам знать, когда буду готова. Окей. Так, хорошо, теперь нужно вскипятить воду. Использовать. Так. Ох, я забыл зажечь огонь. Ну, господи, ну зажги. Плита для готовки, мама показала, как ей пользоваться. Ну так используй! What the fuck? Может, мне дрова нужны, чтобы ее растопить, типа? Да, чтобы держать дымоход в тепле. Что-то я ничего не понимаю. А, окей, все было намного проще. Так, использовать. Так. Использовать так. Использовать так. Что-то нам там еще нужно было? Кровь. Сода, не знаю. Зачем так много резать? Во. Ай, больно, теперь у меня есть моя кровь. Так, что еще там нужно было? Значит, кровь исполнителя ритуала, 5 черных... Распустившаяся синяя лунная роза. Ага. Синяя лунная роза. Может быть, мне жаба опять подскажет? Ты уже нашла решение? Я в ступоре пока. Я не знаю, что делать, я в ступоре. У тебя есть то, что позволяет видеть вещи, которые другие не видят. А, откуда вы знаете? Я говорящий. Разве это нормально? Не думаю, ква. Но ты говоришь со мной. Это делает тебя особенной, это логично. Да, вы правы, но что с того, что я могу видеть? Ты все осмотрела, возможно, ты пропустила некоторые послания.
Посмотрим, что я могу найти. Я не знаю. Моя сестра пыталась помочь, но я убежала. Мне страшно. Поможешь мне выгласить монстр? Не знаю. Где мне эту розу найти? Урозу. Может, здесь? Они пахнут, должны быть они пластиковые. Вот. Таинственная женщина. Мне нравится синяя роза. Никогда не видела эту розу в океане. Может, это старая история? Возможно, луна подарит ей розу в знак любви. What? Так, ну допустим. Он мне подсказал использовать пилюли. Ну, типа. Вижу, тебе здесь удобно, малыш. Ладно, у меня для чего-то есть сода. Разрыхлитель, чтобы сделать тесто пышным и красивым. Да, это типа дрожжи, бейкинг сода. Я просто вижу там сода. Я могу как-то это использовать, типа нет? Ничего, конечно, о чем я думала. Что-то я немного в ступоре, как-то мне нужно время подумать. Даже не буду пытаться. Тебя никто не любит, но ты такой красивый, ты мне нравишься. О, боже. Может, это могу использовать, нет, как-нибудь? Пробовать что-то хорошо, но сейчас от этого никакой пользы. Ай. Блин, я запутался. Оу, что это? Какая странная вещь, похожа на семечко. Блин, как я это пропустил, господи. Я здесь уже, наверное, минут 15 брожу, не понимаю, что делать нужно. Ну, не 15, ой, не то. Так, окей, ну судя по тому, какую я информацию собрал, мне нужно вот это семечко положить сюда, в воду. Ну, как она быстро распустилась. Окей, все. Аллилуйя, блин, я не знаю, сколько времени уже потратил на это все дело. А, господи. Так, хорошо. Последний ингредиент, наконец-таки. Во. Прощай, синяя роза, отправляйся в котел. Так. Оу. Что бы это значило? Мне следует дать девочкам знать, что зелье готово. Отлично. Давайте дадим им знать, что зелье готово. Вот. Да, поехали. Все готово, пойдемте на кухню. Хорошо, пошли. Боже. Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. Использовать. Например, яд для близняшек. Во. Отлично. А теперь я произнесу слова. Бондеир, краноир, бегмаой, буре нам и буре ирг, бондеир, кран, бегма. Оф, мы мон, диме, гоф, миа, и бурек, и тоусыр, неми, бумег, и бурем, и сне. О! Подожди, это не то заклинание, ты нас обманула! Упс, уже слишком поздно. Хищ! Упс. И. Ну, бывает. Что я наделала, боже мой, это неправильно. Все нормально. Ключ, теперь я могу освободить своего котика, я нервничаю. Все нормально, Френ, это ради твоего котика. Скажем так. Окей. Ладно, вроде бы все прошло более-менее ничего. Правда, мне потребовалось довольно много времени, чтобы... Это самое... чтобы найти эту розу, потому что я пропустил тупо этот ящичек с семечком. Что такое, Френ? Открой клетку. Не получается, ключ не подходит. Ты видела замок где-то еще? Да, видел. Да, я видел один, посмотрю, подойдет ли он.
Я буду ждать, торопись. Окей. Так. Тогда это ключ отсюда получается? Окей. Ключ был вот этой скважины, а что это, головоломка? Оу. Пятнашки. Хе. А так это... это нельзя переместить. Окей. Нет, это так не работает. Как это должно работать тогда? Вот так. А чё она не передвигается? Господи. Нет, так это тоже не работает. Стоп, мне нужна какая-то другая шестеренка. Наверное, большая нужна шестеренка. Ой, не то. Блин, крутить далеко тут придется. Сейчас я вообще все не туда Стоп, а как? What the fuck? Так, окей, ладно, мне нужно, видимо, время, чтобы эту теперь головоломку разобрать. Ух ты, тут какой-то иллюминаты какие-то. Ну, я должна открыть эту штуку, но как? О, так, есть. Прогресс. Что сюда может подойти? Так, есть. Они даже не соприкасаются друг с другом. Как я должен это понять? Ну, ладно. Так, и эти три шестеренки, видимо, нужно туда подогнать. Так, окей, ладно, вроде бы решено. Ух ты, ё-моё. Что это значит? Оу. Окей. Мои ушки. Так, окей. Клятва сестер. Мы, Клара и Мия Бухальмет, клянемся отомстить за несправедливую судьбу, на которую нас обрек Итвард. Кровью и слезами мы клянемся, что убьем его и вернем наши тела обратно. Мы больше этого не вынесем. Несмотря на то, что мы сестры, мы ненавидим друг друга, и мы будем ненавидеть друг друга всегда. Ничто это не изменит. Теперь, когда наши тела соединены друг с другом, мы не сможем... мы не можем завершить работу. О, задачу. Что-то я читаю сквозь меж строк. Сильнейшие будут жить вечно, слабейшие умрут. Мать должна умереть. Почему? Голубая лента, она мне очень нравится. Так возьми ее. А на ключик. Отлично, господи, что... Боже мой. Отвратительно. Дуатин? Так называются мои таблетки. Да. Это все эти доктора из той психушки. Что, это два скелета? А это не они ли? А кто тогда то было? Ладно, не знаю, что-то у меня куча вопросов и нету ответов. Использовать. Так. Думаю, это тот самый ключ. Получилось, мой котик, получилось. Выходи, дай мне тебя обнять. Не плачь, Френ. Мистер Полночь. Мы спасли его. Как же хорошо, я свободен, Френ, мой дорогой друг. Другой, дорогой. Мой дорогой, мы должны выбираться отсюда. Да, пошли. Отлично, уходим. Только куда? Вопрос. Вопрос куда? Ладно. Черт, я аж немножко поперхнулся. Короче, как отсюда вы... Или все-таки поискать, я даже не знаю, для этого эпизода. Не знаю, может быть, мне жаба что-нибудь скажет? А то, мало ли. Я смогла, сэр, жаба, девочки мертвы.
Прекрасно, теперь я могу отправиться к своей семье. Я тоже хочу, сэр, я наконец нашла своего котика. Я просто хочу домой, к тете Грейс. Но как вы выберетесь? Здесь нет лодки, ква. Не умеем плавать, но... Я думала, что вы нам поможете выбраться отсюда. Я хотел бы вам помочь, но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправить вас обоих на другую сторону, ква. Дайте мне подумать, не бросайте нас, прошу. Окей, у меня есть дрожжи. Это, конечно, тупо, но... Возьмите, эта жаба должна помочь. Я не сдобная булочка. Но вы липкие и мягкие, прямо как тесто. Ты права, это может сработать. Была бы... Была, не была. Окей. Получилось, сработало. Я большой и чувствую себя великолепно. Отлично, поехали. Идем, мистер Полночь. О, окей, это было гораздо проще, чем я думал. Конечно, Френ. Одно но, гигантская жаба пристально на меня смотрит. Он хочет помочь, пойдем. О чем ты говоришь? Он хочет нам помочь, вот и все. Хорошо, если он попытается что-то сделать, я поцарапаю его. Все хорошо, постарайся не ранить его, пока мы плывем. Тут глубоко, и мы не знаем, какие там обитают существа. Если мы пойдем в воду, мы можем погибнуть. Я обещаю, но не буду царапать... Что не буду царапать жабу? Поехали. Эй, девочка, прежде чем мы отправимся, я забыл отдать кое-что. Я видел тебя на этом фото и подумал, что это твое. А, окей, он нашел нашу фотографию. И еще книга, она была с фотографией, ква. Леон? Ах, жаба, вы нашли мое семейное фото, большое спасибо. Я думала, что потеряла его навсегда, но книга не моя. Что ж, прими ее в качестве подарка, ква. Читать здорово, в ней много картинок. Ого, спасибо, я люблю картинки, давайте отправляться. Да, поехали, держитесь крепче, ква. Окей. Окей, это было проще, чем я думал. Я думал, мне сейчас нужно будет еще их выход искать. Точнее... Окей, это мини-игра, что ли, опять какая-то? Просто когда вот это заиграло... Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А, окей, я понял. Так. Тын-тын-тын-тын! А, еще? Ой. Что-то я поторопился, походу. Так. Эй, ну, дайте мне что-нибудь. О, нормально. Нормально. Все? Надеюсь. Изи. В таких играх у меня есть опыт. Тыц-тыц-тыц-тыц. Мы на месте, спрыгивайте. Пойдем, котик. Ой-ой-ой. Что ж, пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью, сэр. Спасибо, надеюсь, вы тоже. Прощайте, ква. До свидания, сэр. Спасибо за поездку. Окей. Френ, что нам теперь делать? Искать путь домой, котик. Ты видишь небо? Сейчас рассвет, скоро все страшные вещи исчезнут. Ах, я такой голодный, хочу спать, хочу домой. Я тоже, котик. Мы найдем путь. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, дорогая. Пойдем. Окей, ладно. Так, что у нас по вещам? А, вещи остались некоторые, смотрите-ка. Окей, ладно, тогда я на этом точно закончу на сей раз. Хотел закончить еще минут, наверное, 10 назад, что ли. Ну ладно, в общем, так получилось, что я подумал, что будет логичнее все-таки
выбраться уже из этого дома. Поэтому заканчиваю именно на этом моменте, друзья мои. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Продолжим в следующий раз. Если он вам понравился, то обязательно ставьте лайки, пишите свои комментарии под видео. Только единственное, что я попрошу, наверное, под последними двумя, наверное, видео по Френдбол мне пишут спойлеры на то, что будет дальше. Ну, там, что делать дальше, да, допустим. Я полагаю, что не стоит писать данные комментарии, поскольку, во-первых, мне хочется самому догадаться, как это делать, потому что это все-таки квест, тут нужно... Основная мысль, смысл такой игры, основной, это самому догадываться, да, что нужно делать дальше. В любом случае, если я уж где-то реально застряну, то я либо спрошу у вас, либо посмотрю подсказки в интернете, вот. Поэтому такие комментарии писать не надо, я вас прошу. Ну, естественно, спойлеров по поводу сюжета тоже я не хочу видеть, вы сами понимаете. Потому что я не проходил эту игру, я не знаю, что там дальше идет, и для меня все это впервые. Поэтому... Вот, пишите комментарии, но не спойлеры. Вот, спасибо за понимание. Но в любом случае, делитесь этим видео и моим каналом со своими знакомыми, друзьями, близкими. Это очень помогает развитию канала. Еще раз спасибо, что досмотрели видео до конца. С вами, как обычно, был я, Frostfire. Увидимся в следующих роликах. А я желаю вам удачи напоследок. До новых встреч, друзья мои. Пока.